Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Когда мы были в Анталии, в Турции, нам посоветовали купить от простуды вот такой чай. Эвкалиптус Султан чай. Здесь, конечно, преобладает больше эвкалипта, но состав такой. Гранат, яблоко, апельсин, лимон, киви, персик, имбирь, куркума, корица, эвкалипт. И рожковое дерево. Эвкалипт преобладает. Его нужно заваривать, здесь написано. Вот так. Одну чайную ложку на стакан кипятка. Очень хорошо помогает. Я уже пила такой чай от простуды. Хорошо освежает. Вот, но только полную ложку не ложите. Эвкалипта здесь чувствуется прям очень сильно. Вот, я вот такую ложечку чайную, без верха. Положили. Закрыли. Запах эвкалипта идет. Боже мой. Залили кипяточком. И тихонечко, глоточками, пьем этот целебный напиток. Но здесь идет такой запах. Мне кажется, даже ингаляцию можно понюхать носиком. Втягивать. Эвкалипт. Боже, какой приятный. Кто-то пьет его горячим, кто-то чуть-чуть дает ему остыть температуру до 70 градусов. У кого горлышко болит, я знаю, что от простуды и куркума хорошо помогает, эвкалипт пробивает он очень хорошо, если насморк или заложенный носик. Так что не болейте, пейте чай Султан.